Лучшие игры, огромные скидки и самые низкие цены. Все это в магазине EuroGames.ru. Теперь ты знаешь, где покупать. Ссылка в описании. Хе-хе-хей! Привет всем, друзья! С вами это не Юрыч, и сегодня у нас Лего-эксперимент в Брикриксе. Да, ребята, всем пламенный привет! Что ж, ребята, сегодня мы с вами находимся на драг-рейсике для того, чтобы узнать, какая же из машин самая быстрая в нашей игре. Но это не все. В конце трассы у нас специальный трамплин. Да, для вас, друзья, такой, так сказать, сюрпризик, а за трамплином у нас еще кое-что, поэтому давайте, жмите палец вверх и смотрите внимательно ролик. Так, давай, садись за свою колымагу, что у тебя за тачка вообще? У меня Феррари, какая нахрен колымага, дружище, ты что-то путаешь. Не знаю, у меня Audi R8 прокачанная, короче, спортивная, турбированная. Ну, все понятно, Я поставил светофор на старт, и, оп! Погнали, хороший так. Слушай, прощай. Куда она уходит, брат? По-моему... А, я забыл скорость переключать. Я врезался! Нам надо ехать, нет! Перевернулся, чувак. Не доехали. Подожди, блин, ну да, давай рестарт, мать его, давай рестарт. Заводи шарман. Блин, ну ее носит эту Феррари, я прям не могу. Надо было получше тачки какие-то выбрать, подожди. Не, все нормально, я еду. Сейчас главное, короче, не рулить право-лево, и я доеду. Но это не точно. А я буду притормаживать. Колесо, нет! Подожди, чувак, я еду тоже. Блин, ой-ой-ой. Куда ты прилетел? Не тут-то было. Ты смотри, у тебя от машины ничего не осталось. Это жесть, да, она у меня просто развалилась. А так у тебя тоже жестко. Так, ну я хотя бы целый. Ты хотя перевернулся просто, да? Да, так, все-таки мы должны доехать, давай прямо поставим. Блин, ну давай, да, третью попытку, я не знаю, этим машинам дадим, конечно. Но я не могу, она у меня вообще неуправляемая, если честно. Я знаю, в чем моя самая главная проблема. Мне просто нужно машину поставить прямо, и все. А мне надо вообще не жать право-лево, но я не могу не жать, потому что она же ее болтает, капец. Давай. Так, давай. То, что ты раньше поехал, ни о чем не говорит. До свидания! До свидания! Так, ты смотри на спидометр, не забывай. А скорость покажет вот на этом участке, вот сейчас скорость покажет нам. Вот, да. 188 км в час, полмили. Ох ты, прикольно сделали, кстати. Давно я на этой карте не был, я не могу управлять, ребята. Тихо. Стой, не прыгай. Да нет, ее, короче, сносит с трассы, но я еду еще. Давай, держись, Юра, держись там, мать его. Блин, я не могу, я вообще не могу управлять, короче, вообще. Это нереально неуправляемая Феррари вообще. Так, я... Своё же колесо меня перевернуло. Давай хоть ребятам трамплин покажем. Я еду, чувак, я еду. Вот, Вова, разогнался нормально, давай. Ух ты, мать. Приехал. Капец, это до жути, блин, низкая машина, и этот трамплин ее просто не взял вообще. Так, короче, эти машины нам не подходят, пошли дальше. Ну что ж, ребята, мы продолжаем наши заезды. Первый как-то не увенчался успехом, но теперь у нас новые тачки, значит, что-то интересное. Да, ребята, давай, Юрыч, я старт нажал, все, погнали. Фу! Формула-1 против раллийной тачки. Я пока стоял, смотрел свою F1, ты уже там, оказывается, все без меня сделал. Я вообще просто уехал уже от тебя, я на раллийной тачке, поэтому все хорошо. Хорошо разогнался, а вот у меня, походу, короче, старт медленный, но потом хороший разгон. Так, да? И машина дорогу держит хорошо. У меня хорошо, блин, вообще держит машина. Я тебя догоняю, братка. Я тебя догоняю! Может, я выиграю еще? Может, я еще выиграю? Может! Да нет, может! Вряд ли! Может! Может! Вряд ли! Капец, ну как так ты, чувак, вообще прям на финише забрал победу у меня. Это вообще красиво. А сколько у тебя максималка-то была? Я не знаю, ребята, напишите в комментариях, потому что я реально проворонил, но вроде она под 300 что-то разгонять должна. Да, ребята, обязательно пишите в комментариях, у кого сколько разогналась тачка. Блин, я хочу реванша, мать его. Ну, хорошо, так и быть, будет тебе реванш. Хорошо. Ну и вот она реванш, ребятки. Все-таки раллийная тачка должна выигрывать. Давай, Юрыч, заводи шарманку. Давай, все. Я на старт нажал. Шерман работает. 3, Шерман, все, 2... поехали. Поехали, погнали. Пока
Горыч, родной. Смотри, какая пробуксовочка, пробуксовочка, смотри, какая. Да-да-да, я вижу, у тебя прям дым из-под колес, мать его. Мне аж страшно с тобой соревноваться, если честно. Так. О, кто-то пошел боком. Кто-то пошел на финиш, да, уже 199 км в час у меня было зафиксировано. Да-да-да-да, я видел. Так, я на четвертую перешел, разгоняюсь, 250, чувак, 260, ты перешел, а я уже давно. 270, 210. Это фиаско! Это фиаско, братан! Я на спидометр смотрел вместо дороги, черт! Да-да-да, у меня 210 максималка, короче, чувак. Так, ну вот поэтому я тебя и догоняю под финиш. Да, если у тебя 260, то, естественно, ты меня догонишь и порвешь. Конечно, здесь Формула-1 должна побеждать. Блин, давай возьмем тачки с большими колесами, чтобы все-таки прыгнуть на этом поганом трамплине. Давай, погнали. Друзья, ну продолжаем наши сегодняшние заезды. И Юрыч взял вот такого себе хаммера, какого-то амбулаторного, я не знаю, медик, ёпси. Юрыч, медик. Да-да-да, трупы его перевожу. А у меня хаммер, короче, какой-то, я не знаю, какой-то путешественника, что ли, что-то типа такого. В общем, давайте не будем тянуть, а давайте уже сделаем все-таки заезд, да, Юрыч? Готов? Давай, давай. Ты что, типа давай. На сафари собрался, что ли? Да, я на сафари поеду, все нормально. Пока-пока. Блин, я слышу, когда такую сирену, я привык пропускать машины. Отлично, тормози. Да, смотрю, сколько километров в час, 239 у меня уже. Слушай, хорошо. 280. 288. Самое интересное, что у нас одинаковая скорость. 294. 295. 295, да. 6. 6. 7. И я полетел, чувак! А где людишки-то? Людишки дальше. Я дальше улетел, чувак, значит, я выиграл. Слушай, а хаммеры неплохие, весьма-весьма. Да, очень даже неплохо они едут, и, блин, ну, зачетно, 295 км в час, ты представляешь эту скорость вообще? Давай второй заезд. А, ну что ж, ребята, второй заезд, реванш, в принципе, машины одинаковые. Да, только так. У тебя больше, у меня меньше, и почему-то скорость одинаковая. Да, странно, конечно, ну да ладно. Нет, поехали. Не странно, ты вначале очень хорошо разгоняешься, а я под конец максималку набираю. А, ну да, потому что я понял, да. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это хорошо, вот это хорошо. Эй, брат, стой. Вот это хорошо. Куда ты поехал, стой давай. Не прощаем ошибки просто. А ну-ка, не гони. Так, блин, одна ошибка, ребята, и сразу вас наказывают. Нельзя никогда на дрэк-рейсинге делать ошибки. Я даже сирену включу. Давай, чувак, я полетел. У тебя машинка меньше, дальше улетаешь. Да-да-да, блин, ну чуть-чуть я в людишек не попал. Боулинг, мать его. Слушай, ну хаммеры могут. Хаммеры, да, у нас зачетные. Хаммеры могут, конечно. Но жалко, что мы в людишек не попали. Но надеюсь, следующие машины повезет больше. Погнали. Итак, ребята, самый небывалый заезд. Машина Бэтмена против ралли Ауди. Да, ребята, такого еще никогда не было. А Audi Quattro сейчас покажет, как надо Бэтмена просто надирать. Юрыч в роли Бэтмена, кстати. Мне нравится пулеметы, прям игрушка самая настоящая. Тебя капец пулеметы, реально, чувак, опасный очень. Так, ну давай, начнем наш заезд. Ну я надеюсь, ты мою жопу не будешь это напрягать. Оу, куда ты так быстро, брат? Мне-то плохо, потому что трасса прям под мои габариты. Ты капец очень здоровый, я не знаю, ну куда ты ушуршал вообще? Слушай, едет, там? Едет! 223, у меня 200... А где моя скорость? У моей нет. А второй не показывает, только первого показывает. Слушай, я еду, нихера себе! 300 км, 297. Охереть, она у тебя шпарит, дружище. Блин, мне надо было тоже какую-то такую. У меня... Охереть. Я просто врезался, давай. У меня всего 182 км в час, поэтому я сейчас найду конкуренцию тебе, чувак. Давай, давай. Оу! Не-не-не, что-то... Это ваша остановочка. Так, ну давай, найди машину, которая сможет противостоять Бэтмену. Да, давай, я сейчас постараюсь, потому что надо вот какую-то именно вот с турбинами с этими. Друзья, ну я нашел конкурента для Юрыча. Это будет у нас турбированный Крас, мать его. Посмотрите на этот V8 двигатель. Это просто муа, конфеточка. Давай, Юрыч, заводи шарманку. Слушай, это что, у тебя там баллоны с нитро? А, да. Вообще просто сейчас будет взрыв мозга. Давай, я тебя сделаю сейчас. Я знаешь, что жалею? То, что у меня не стоит башня, которая могла бы крутиться. Ой, ты поехал уже, что ли?
Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Я проспал момент этот, чувак. Я колесо просрал. Охереть, надо, я тоже, по-моему, сейчас... Я тоже просрал. Смотри, твои колеса поехали, смотри. Они сами по себе, брат, они до финиша сейчас закатятся. Как думаешь, задний обгонит, нет? Нет. Давай, Юрыч, ставь свою колымагу уже черную. Все, давай. Готов. Я вроде встал. Давай, я даю жара. Все, поехали. Жару даешь? Погнали! Слушай, ну разгоняется, конечно, у меня не самая такая быстрая машина, но... Блин, чувак, у меня уже 250. Я вижу. Держись, брат! Я на тебя засмотрелся, ты у меня врезаться стал. Я вообще просто улетел вообще за карту. Да. Нормально рассыпался. Ну, без краш-тестов было бы, конечно, скучно. Ну ладно, давай дадим еще одну попытку нашим машинам. Ладно, все, включил. Все, погнали, дружище. Давай. Раз, два, три, погнали! Оу, нормально. Так, хорошо. Нифига у меня вторая передача. У меня капец, начинает болтать ее на второй передаче, по-моему. А, ну у меня преимущество здесь, мне самое главное ехать в миллиметраже, ты у меня прыгаешь, что с тобой? Я не знаю, чувак, это рассинхрон, наверное, я нормально еду. 318, 320, да, я на финише, чувак! Ты взорвался просто! Охренеть. Я просто залетел на финиш, я не заехал, я туда залетел. Вот чувак. Твое нитро и взорвалось. Ну 320 км в час я заметил на спидометре, поэтому, ребята, если вы заметили больше, обязательно пишите в комментариях. Нормуль. Что ж, пошли за новыми тачками. Ну что ж, ребята, у нас финальный заезд и прям самые серьезные тачки. Big Boy у меня называется машинка, такая вот необычного салатового цвета, а у тебя что это? У меня Venom, дружище. Это типа подобие, что ли, Бэтмобиля, что-то типа такого, по-моему. Так, ну давай посмотрим, на что наши красавицы способны. Или, я не знаю, или это Маклэрон, или что это вообще, мать его, ребята, напишите в комментариях, ну что-то похожее на спорткар какой-то. Да. Так ладно, всё. Запускай шарманку. Старт запустил, мне самое главное, чтобы моя малютка не стала прыгать. Оу, щас, какой старт хороший у Венома, а? Вообще хорошо, я только дымлю, просто вейпер едет. Выбрасывай вейпер, брат, 200 есть. 200, я на 240 переехал ту отметку. Я 290 уже еду. Блин, 300. Я пытаюсь... О, пока! 360, 370, 390, 410 я врезался во что-то. А чё она у тебя такая управляемая, чувак? Нет, она вообще хорошая, на удивление. Так. Блин, я вообще реально сейчас охерел, чувак. И, блин, я хочу реванша, давай. Друзья, все, это у нас на сегодня последний реванш Веном против Биг Боя. Это реально самая быстрая тачка на сегодня. А по вашему мнению, пишите в комментариях обязательно. А, ладно, Юрич, ты готов? Оу! Старт же, проспали. Да, я проспал. Ну ладно, я поехал. Слушай, ну вейперы могут. Мне нравится вообще затея. Да вейперы вообще могут. Это, по-моему, они и делали тачку, чувак. Блин, она просто охеренно смотрится с ракурсов. Просто вот прям вообще топич. Ай-яй-яй, пытаюсь держать ее, но не могу, ребят. А мне даже держать не надо, она просто едет прямо. Просто едет 330 км в час на Веноме. Отлично, смотри, до свидания! Прям на финише просто забрал мою победу, а. Бум, ну я сгорел полностью, посмотри просто. У меня даже боб горит. Я вижу, да, офигеть просто. Ну так мы до людишек и не долетели. А, Бен, смотри, целый в принципе, смотри на него. Так, смотрю. Да, вполне такая целая машина. Офигеть, ну у него 330 я видел, дальше я не видел, короче, что там происходило, потому что я уже летел, по-моему. Я не знаю, просто мои ребята, походу, сначала на вейпе сидели, а потом стали угля уже подкидывать себе. Да, там уже угля по-любому много было. Ладно, ребятки, в общем, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю серию. Было очень круто, было много запоминающихся моментов, поэтому пишите в комментариях и ставьте обязательно лайк. Да, ребята, спасибо за просмотр, до скорых встреч. Пока-пока.